Это город Эйрли. О, красота какая! Супер, вот такой красивый город Эйрли. И вода здесь такая красивого цвета. Там, где мы возле Кернса ездили, там некрасивого цвета вода. А здесь реально лазурная, такая лазурная, красивая. Очень супер-супер. Горы такие, лагуны. Замечательная красота. Вот мы город Эйрли подъехали поближе. На горе сзади тоже домики, здесь кафешки. Красивый город. Я пошел кушать. Все, пока. Да, пока, мам. Пока. Мы находились по магазинам. Все, готов. Набегался. Чайки ждут кушать. Классный пляж. Эйрли Бич. Мне уже нравится этот город. Еще елочку не убрали пока. Еще празднуют праздники новогодние. А вот там на ветвях сидят черные попугаи. Красавцы. И где там еще попугаи? А, наверху. Вот такие черненькие попугайчики. Что-то они там едят, листья обрывают. Ну, этот что-то раздобыл. Кусок плода этого дерева, наверное. Кушает. Вот такие плоды какие-то они кушают. Я не знаю, что это. Если знаете, пишите в комментариях, что это за плод, что это за дерево. И какие-то птички интересные. Вон, видишь, вдалеке такой маленький стоит домик? Ну да, и что он делает? Ну, просто красивый такой, интересный, возле пальмочек. Скульптуры такие. А попугайчики сидят. Красавцы попугайчики.
Здесь люди купаются. Вот там в большом этом море не купаются, потому что там медузы и, может, еще какие-нибудь нехорошие. А здесь люди купаются. И специальное местечко, где можно купаться. И безопасно. Красота, конечно. Райское место. Здесь под навесом, чтобы жарко не было, можно купаться. Или это вообще для малышей, наверное, такой маленький прудик. Давай, я не буду держать, ты прыгай и хватайся. Давай. Смелее, выше прыгай, не бойся, ты можешь. Вот, едь. Да. Теперь давай до этого. Все, что ли? Налазился уже. Спасибо, что заглянули на наш канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять контакты, и смотрите наши другие видео. Пока-пока!